Всем привет, вышла новая часть Бенди, называется «Темное возрождение». Давайте стартовать. Все будет на английском языке. New game, конечно же. Давайте, easy. Так как язык не знаю, для меня будет сложным разбираться в головоломках. Хватит сложности, easy. Джо Дрю Студиос презент. Пропускаем. Мы все равно окажемся в этой комнате. 18 июня 73 года. Вот и мультипликационная студия, в которой придумали Бенди. Графика, конечно, отстает от монахини Broken Mask. Говорит, может, я нарисую несколько фреймов потом? Может быть, нарисую лестницу? Нажмите Е, чтобы встать. И мы играем за Одри. Награда месяца. Бенди, Борис и... Я забыл, как тебя зовут. Ангел черный. Бенди и Борис. У нас, кстати, есть прицел. Мы отражаемся в зеркале. Вот такую превьюшку можно сделать. Такая ручка маленькая. За такую не провернешь. Смотрите, мы находимся в той самой мультипликационной студии. Ну-ка, задача. Не видно. Холодные напитки. Кола, 7-Up, видимо. Раньше так назывался. Спрайтс, МТ, Root Beer. Коренное пиво. Или коренной медведь какой-нибудь. Так, а бегать можно шифтовать? Нельзя. Начинается уже сам хоррор. Нас сохранили. Похоже, все двери будут закрыты, кроме той, к которой ведет ромбик. Кто ты? Натан Арч. Видимо, первый директор этой студии. Что здесь? Ах ты. Ищем какие-то документы. Нам с вами показали навигацию до ручки прямо. Это закрыто? Посмотрите ключи в своем офисе. Хорошо, давайте смотреть. Все офисные шкафчики открываем. У нас, смотрите... Ах ты, так там еще подсказка. Так есть. Вот что значит играть на изи. Кто поставил его здесь? Демон Бенди. Да, кто тебя здесь поставил? Над нами уже подшучивают. Archgate Pictures. Вот как называлась компания раньше. Потому что первым директором был Арч. Вот ключик-то. Он же и был на столе. С надписью «Офис». И снова, видите, подсказка. Ура. Играем с вами на изи. Так, не успел напугаться. Здесь эскиз ангела. Как ее зовут, мы вспомним прям по ходу прохождения, я уверен. Где-то ее еще изобразят. Нападающие капканы. И теперь откроемся, конечно же. И заработаем конечную сцену. Нет. Одри. Нас зовут Одри. Конечно, эти субтитры не успеешь перевести. Hello? Здесь кто-то есть? Так, ну-ка, если еще раз шерстить. Все можно открывать. Подождите, мы можем свечение убрать. Ну-ка. Давайте графику. Блум. Уберем, допустим. Нет свечения. Все более четко. Кстати, мне так больше нравится. А то в этом сказочном режиме поставишь немножко яркость видео посильнее и вообще ничего не видно. Лифт. Archgate Pictures. По фамилии первого директора этой студии. Какой этаж выбираем? Этаж номер один.
Если сразу эскейп. Да, можно выйти в менюшку. Ох ты, ты кто? Какой-то Вилсон пришел. Что? Ты меня напугал до смерти. Я извиняюсь, моя дорогая. Ты работаешь до ночи? Но мне не хочется ему доверять. Он какой-то подозрительный. Это сторож. А мы здесь заработались до ночи. Не превратился Бонд в Бенди. Горгеус. Ты, видимо, прекрасна. Ах ты, и лифт застрял, смотрите. Это какой-то насильник, видимо. Не волнуйся, моя дорогая. Я сделаю маленькие манипуляции с системой, чтобы тебе помочь. И теперь нам придется, видимо, бежать от него. Так, только это тебя спасет. От чего? Ну-ка, ты кто? Что? Фонарика нет? Включай нам свет. Или он электрик? Кто он вообще? Либо сторож, выполняющий много функций. Дальше идти не можем. Вот те самые манипуляции. Пресс эту толк. Вот, и он с нами поговорил. Еще несколько переключателей. Фоллоу, следуй за мной. И будет все прекрасно. Следуй за Вилсоном. Джо Дрю, the man on the demon. Человек-демон. Джо Дрю. Джо Дрю, 901, 971. 70 лет прожил. Так, ключики взять нельзя у сторожа. Вот Джо Дрю. Мультипликационная студия, которая придумала Бенди. Это как раз и была студия Джо Дрю. Ну-ка, чернила. Чернила. Пернила. Борис, смотрите, интересно. Ну-ка, подписано? Я хочу, потому что ангела найти. Может, ее ангелы зовут? Бенди Синга Алон. Как же тебя зовут-то? Я забыл. Первые билетики. Куда? В кино? А американцы просто подошли вот так и прочитали. Хотя мы тоже с вами можем стать американцами прямо сейчас. Формат, разработанный Джо Дрю, позволил более эффективно создавать мультфильмы за счет оптимизации этапов рисования карандашом и тушью и позволял вносить коррективы в последнюю минуту непосредственно на самой пленке. На пленку было нанесено химическое покрытие, позволяющее художнику, работающему на увеличительном столе, видимо с лупой, наносить чернила специального состава. Это позволяло вносить коррективы, улучшать действия или даже добавлять совершенно новых персонажей после того, как мультфильм был создан. Господин Дрю намеревался когда-нибудь использовать этот формат для создания интерактивных впечатлений, в которых мультфильмы можно было бы изменить на заказ в соответствии со случаем или аудиторией. Хорошие тактики, смотрите. Поэтапное создание мультфильма. Первый кадр, второй, третий. И создается мультик. Вот и сторож, говорим. Механика игры совершенно другая. Так, ключики, сейчас будем что-то проворачивать. О, чернильная машина. Ой, у нас помутнело в глазах. Что случилось? Гаечный ключ и еще и вентиль. Флоу. Опять говорить. Экзибит. Рэпер. Эти пьедесталы нужно заполнить вещами. Одри, сладко Одри. Если найдешь все эти вещи, запустишь машину. Найдите все для экзибитс. Давайте провернем тестово. Автосейв. Крутим. Это первый инструмент, похоже.
Есть ли здесь гаечный ключ? Или и мы будем что-то откручивать? Шестеренка. Гаечный ключ, смотрите, ставим сразу же. Раз. Книжка. Чернила мы сами видели. Недалеко. Так, кстати, а если поярче сделать? Мне кажется, игра темная. Давайте смотреть, поярче. Настолько ярко. Что-то я не заметил, что ярче стало. Чернила. Забираем вас. Еще даже немножко осталось. При том, что это музейный экспонат. Элис Ангел, точно. Ее зовут Элис. Нам нужна книга, шестеренка. Чернила уже взяли. А тебя можно взять? Самого Бенди плюшевого берем. И нас сейчас, наверное, переместят в магазин. Смотрите, Бенди есть. Автосейв сразу, класс. Бориса можно взять, нельзя. Что? Пластинку нашли, вау. Мы сейчас так все очень быстро соберем. Печатная машинка, не нужна. Так, здесь что такое? Горит красным. С виду не опасным. Ставим сюда Бенди. Графика, конечно, стала лучше, смотрите. Вот Бенди прямо тканевый. Мелодия. Книги нет. Гаечный ключ есть. Чернила есть. Скорее всего, мелодия — это пластинка. Отлично. Хотя это просто нажимные плиты. Можно было положить на каждый пьедестал книгу. Шестеренка осталась и книга. Так, ну книги здесь лежат. Вот одна. Забираем. Иллюзии чего-то. Поздно начал читать. Шестеренка, где же тебя найти? Хорошо, пока что книгу ставим. Джо Дрю. Наконец-то мы с вами играем в продолжение Бенди. Иллюзии. Иллюзии для жизни или нет? Ливинг. Можем дальше пройти. Значит, шестеренка лежит где-то здесь. У тебя, что ли? Может, попросить? Говорить с ним нельзя. Чернильная машина Бенди. Осталась только шестерня. Откуда же нам тебя брать? Она должна быть как раз-таки в том месте, где и применяется. Рядом с механизмом. Статуя Джо Дрю. Лифт не работает, и это хорошо. Потому что у нас будет меньше мест, в которых находится шестеренка. Разлиты чернила, книги. Картина. Так, ну-ка, может, за тобой? Если рассуждать логически, то шестеренка должна была быть у чернильной машины, но она здесь. Прям руками, смотрите, хотя там провода торчат. Ура, вот и все части мы нашли. Шестеренка, самая правая. Автосейф есть, как классно. Вилсон, заводи машину. Только одна вещь осталась до запуска. Pull the switch. Поверни рычаг. Самое быстрое выполнение задания, смотрите. Он демон какой-то, смотрите, он нас напрягает. Или он и есть самое зло? Мы станем ангелом Элис или нет? Она же похожа на нее. Тебя никто не услышит. Возвращайся домой. Послушай меня, Одри. Что-то очень скоро случится. Он нам что-то хочет показать фантастическое. Мы умрем. Мы должны погибнуть в этих чернилах. Смотрите, он нас топит. И получается, Одри и Вилсон погибли. И в кого превратились?
Мы находимся в чернильном мире. А, вот только сейчас начинается игра. Ах ты! Одри-то жива, смотрите! Ну ладно, у тебя испачканы руки чернилами, пока не страшно. Что стало с моими руками? Так ты просто испачкалась. Или нет, или левая рука другая. Она боится за свои руки. Похоже, она стала ангелом. У меня такие предположения. Кто там? В кого превратился Вилсон? Интересно. Или он Вилсоном и стал? Смотрите, графика, Бенди. Покиньте студию. Вилсон, смотрите, уже стал какой-то фигурой. Юпурпос. Ну-ка, что здесь написано? Давайте посмотрим. Уилсон знает вашу цель. Смотрите-ка, теперь графика стала настоящей, как из Бенди, ура. Читать. Каждая великая история начинается с тайны. Хотя поначалу, может быть, все неизвестно, правда светит вам путь. Не бойтесь того, кто вы есть. Бойся только того, чем ты можешь стать, и изгони это прочь. Твой лучший друг. Нам нужно бояться стать плохими. Мема сторис. Ну-ка, тап. Так, эскейп. Смотрите, во что у нас превратилась Одри. Та самая девушка, только в чернилах и со светящимися глазами. Welcome home. Добро пожаловать домой. Она переживает. Мы вязнем в чернилах. Нет, выйти нельзя. Нам нужно чернила сливать. Давайте искать выход. По трубе. Та книжка. Та самая. Испачканный Борис. Смотрите, в кружке у нас чернила. До цветов не достаем. А, вот же есть лестница. Не хватает перекладин лестницы. Из чего мы вас сделаем? Это чертеж, да, похоже? Гранту Коэну, бухгалтер. Пожалуйста, сообщите господину Дрю, что несмотря на его настойчивое заявление о том, что слухи о банкротстве студии Джо и Дрю не соответствуют действительности, я хочу напомнить ему, что если его студия действительно выйдет из строя, все оборудование и эксперименты, произведенные через нашу партнерку, по контракту принадлежат Gent Corporation. При необходимости мы принудительно вернем эти активы. Алан Грей, генеральный директор. Это второстепенная информация, которая нам не поможет пройти данное задание. Так, нам нужны ступеньки лестницы. Не залезает, ну-ка спиной. Так, у нас даже есть тело, смотрите, интересно. Тело женщины. Исследуем стол. Все, ступеньки нашли. Она все еще ревет. Не может привыкнуть. Две ступеньки. Смотрите-ка, для каждого действия есть анимация. Зарядили. Даже для постановки будет анимация. Кстати, вот неплохая идея, что у всего должна быть блочная техника сборки. Допустим, машину также захотели заменить двигатель, взяли его, вынули и быстро заменили на новый. Блин, судя по тому, как эти люди смотрят на меня, можно подумать, что я топлю котят. Я никогда не видел такого разочарования в глазах человека. Но таков порядок вещей. Если руководство не может оплатить свои счета, то банк забирает все. Меня немного пугает осознание того, как сильно я любил их старые мультфильмы, которые раньше производили в этом месте. Ну что же, времена меняются, жизнь продолжается. Телли Вестер. Музыкальная шкатулка. Внутри, конечно, будет Бенди. Здесь оказалась ангел Элис. Пресс Си. Да почему Си-то? Это же не Роблокс, вы что? Так, а можно менять? Давайте посмотрим, это ужас. Контролс. Нет! Или можно? Как это? Это неправильно. Ну как так-то на Си? Почему? Почему я должен тратить указательный палец на приседание, если он у меня занят поворотом направо? Вот. Кнопка для указательного пальца. У нас мизинец никогда не занят. Так, я даже не слышу Вилсона. Сейчас ничего не считаем, точно. Садимся.
Ах ты, не можешь пройти, что ли? Еле как, но прошли. Принеси мне что-то там. Текут чернила. Рука. Так, уже сообщение просто от мифического персонажа. Шрифт был курсивный. Дверь сама откроется, да? Это опять Борис, скорее всего, помогает. Подождите, значок прямо перед нами. Все, и исчез. То есть видит кого-то, бежим, что ли? Йоу. Неожиданно. Смотрите-ка. Полуразложившийся персонаж. Как ни странно. Хотя мы сами стали персонажем тоже. Магнитофон. Ой, мы сейчас это точно с вами не переведем. Конец эры. Нотон Арч. Что? Видите значок? Вот ты где. И как мы сюда залезем? А, по кирпичикам есть. Клим, забраться. Пропустить. Все, вырубили. Запись. Будем проходить интуитивно, раз игра не на родном языке. Автосейв. Пожалуйста, зажмите левый shift для ускорения. Вот и Бориса мы с вами увидели, наконец-то. Так, здесь что-то знакомое. Мы подобную картину уже видели. Еще рубильники. Так, не до конца. А до конца уже она не хочет. Где мы еще с вами видели значок? Да, здесь все с подсказками теперь. Вот значок. Будем забираться наверх. Йоу. И как мы с тобой бороться будем? У нас оружия нет. Как мы с тобой будем бороться? Так, беги. А, спрячьтесь. Все, бежим в шкафчик. Успели убежать? Ты нас не достанешь. Потому что мы следуем сюжету. Из глаз текут чернила вместо слез. Так, это Борис напевает? Вылезаем. Сразу вылезли. Так, это уже важная информация. Вот ее переводим. Плохое здоровье, перекусите. Во время выживания, когда у вас будет низкое здоровье, вам нужно поесть. Находите скрытые продовольственные тайники по всей студии. Хорошо, нам нужно будет пополнять здоровье едой. Найдите какую-нибудь еду. Сразу же нашли. Ух ты, пустая. Или этого хватит? Пустая банка Бенди супа. Наши друзья. Я помогу тебе. Ничего себе, новые персонажи появляются. Причем еще и люди. Дай мне помочь тебе. Не трогай меня. Где мы? Что это за страшное место? Я помню первый день. И это было страшно. Ангел Элис? А почему она сейчас человек-то? Элис ждет волка, смотрите. У нее даже рога из головы торчат. Еще одна вещь. Не стой на пути у демона. Не попадайся ему на глаза. Он убивает все, что движется. Одри, стой. И мы пришли в студию. Вот только сейчас. Она исчезла почему-то. Покиньте студию, все еще. Draft to Darkness. Часть первая. Ну-ка. И мы с вами видим значок Бенди. Все, побежали. Нас сейчас никто не скинет. Записки. Сразу пропускаем. На шифте проходить? Вот как мы отражаемся в зеркале. Что если эти чернила отмыть? Или это невозможно? Ну как так, Си? Зачем вы это сделали? Почему не Ctrl-то? Как будто люди сами не играют в компьютерные игры. Пропускаем. Какая-то кнопка.
Неправильно. А, нужно ввести код. Ну, смотрите, здесь всего лишь 1000 комбинаций. А, нет, меньше. 555. 1, 2, 3. Ну нет, это будет неправильное прохождение. Мы с вами подберем. Я перебираю пароли обычно, когда уже код не могу найти. Очень долго. Кто человек-игрушка? Спрятались. Здесь везде можно прятаться, смотрите. Много разных мест. Security lock. И у нас эта дверь откроется. Давайте искать пароль. Он, конечно, будет на видном месте. Чемоданчик. Есть зеркало. Можем далеко вообще отойти. Все, сейчас шифтуем. Нам нужно в этой студии найти какой-то пароль. Рука. Ах ты, здесь же может быть пароль. Все столики изучаем. Бочка. Класс. Так приятно играть с той самой графикой Бенди. Выйти не можем. Смотрите, все на шифте. Демоническое прохождение. Прыгать. Йоу, да прыгать же можно. Прыгать можно, подождите-ка. Я уже забыл, что можно было это делать. Так, пароль может быть прямо перед нами. Не пройти. Смотрим внимательно. Батарейку нашли. Смотрите-ка, мы же сейчас можем это увидеть. Одна батарейка есть. У нас появился инвентарь в Бенди. А, поискать. В мусоре роемся. Кто оставляет пароли в мусорках? Но мы с вами еще ищем еду. Нам главное убедиться, что эта студия имеет какой-то конец. А, мы даже устаем. Кстати, очень много мест, где можем побегать. Залезли в шкафчик. Но прятаться пока что не от кого. Бенди нет. Тесте яиц. Попробуйте еду. Попробуйте еды. Ид это еда, яиц это значит еды. Да, пароль состоит из 555 комбинаций. Записка. Да, представьте себе, если в одной из записок был пароль, хотя бы даже намеками. Я их не читаю. Поскольку ветер здесь меняется, я спрашиваю себя, Шон, что ты делаешь? Там целый мир. Семья, с которой я могу проводить дни. Это вот работа, просто работа. У меня есть и другие, как это. Я думаю, пришло время сделать это. Этот Шон на что-то настраивался. Может быть, на преступление или на то, чтобы покинуть работу? А, запрыгнуть же можно. Сейчас на Бориса запрыгнем. Хорошо, здесь очевидно, пароля нет. Ангел Элис. Кстати, это сохранение или нет? Out of order. Покиньте это место. Можем залезть. Получается все. При беглом осмотре пароля нет. Можем, конечно, подобрать. Да, вот зачем разработчики занимают кнопку C, если мы на нее должны нажимать указательным пальцем. И он как раз и нажимает на кнопку D, чтобы двигаться направо. Вот зачем так делать? 21, 22, 23, 24. 25 комбинаций идет на одну первую цифру. Получается 25 на 5. 125 комбинаций. Я уже всю двойку и всю единицу проверил. Где же находится пароль-то? У нас есть подсказка, Гент. Security lock. Гент.
Гент. Да, я могу только подобрать пока что, чтобы долго не блуждать. Factory Floor. Мы еще как-то можем пролезть наверх. Ну-ка, давайте оббегать. Здесь еще такой же аппарат стоит. Вот он. А как туда попасть-то? Дверь заколочена. Вот еще рубильник. Открыли какой-то ход. А, так мы дверь вниз открыли, ура. Еле нашел рубильник. Но это для того, чтобы просто гулять здесь. Нам нужно залезть наверх каким-то образом. Ух ты, шкафчик. Ничего здесь нет. Да, видите, все изображено в одних и тех же цветах. Мы не видим сразу же объект, с которым можно взаимодействовать. У рубильника та же самая текстура, поэтому он и не заметен. Ship Songs. Нам, может быть, скажут сейчас какой-нибудь пароль. Ретро-музыка. Очень красиво. Но мы не приблизились к разгадке пароля. Они взяли, похоже, центр диапазона. На тройку именно. Есть, 451. Не знаю, где лежит этот код. Но мы с вами подобрали, ура, 451. Напишите в комментариях, кто его нашел. Где же он лежал? Бобы нашли. Нет, мы нашли сами чипсы. Интересная комнатка. Сразу пропускаем, потому что мы ничего с вами не поймем. Турнераунд. Развернись. Повернись вокруг. Так, мы сами нашли лестницу уже. Обшарить стол. Глаза, нормально. Ты видишь все. И изображены глаза. Да, где висел данный код Т451? Все-таки они взяли не центр диапазона, а просто сверху, с четверки. Ладно, ты должен был на меня нападать так-то. Но никак не убегать от меня, ты же враг. Еще рубильник. Опен, открывается что-то. Или открыто. И нам открылся ход. До значка Бенди прям идем. Хорошая геолокация. Что, зачем? Ты же прям в стекло руку засунула. И что дальше? Select upgrade, выберите upgrade. Стамина или жизнь? Давайте жизнь. Апгрейд. Ничего себе, даже апгрейдить себя можно. Как она выглядит теперь? Уровень жизни повышен, Одри. Ну-ка, 451 есть? Нету. Шкафчики. Найти еду. Ах ты, ты прям это сразу ешь? Нашли ключики. Это ключи Вилсона. Помните, у него были такие на поясе? Unlock maintenance gate. Открыты ворота. Что написано? Ах ты. Монетки подбираем. Где нам это все пригодится, интересно? Factory floor. Закрыто. Здесь ходят враги. Мы сами нашли ключи. От очень важных ворот. Чипсы. Бенди бар. Чипсы яблочные. Ах, вот где вы. Отодвинуть. Тяжелая тележка с запчастями. Тут даже рельса была. И открываемся. Внимание, зона закрыта. Сейчас, внимание, зона открыта.
Шифтуем. Почему я не шифтую? Я уже забыл. И головой об палку. Ах ты, то есть ты не можешь приседать на ходу? Ген парц. Кубики собираем. Обезьяна из Dark Deception. Monkey Business уровень. Сохраните игру в любое время. Где? Есть приборы? Или можно... Ах ты, вот ты, вот ты, вот ты, вот ты. Сохраняем. Ой, это не сохранение. А что тогда? Класс, ничего себе, атмосфера Бенди. Она прям идеальная. Та самая атмосфера Бенди. Давайте побегаем, пока нам задание не давали. Сейчас кого-то увидим. Эта стена явно разрушимая. Очень хлипкое соединение кирпичей. Ключа у нас нет. Можно, конечно, эти аудиозаписи оставлять для атмосферности. Для еще дополнительной. Открыто. Магическое касание. Кто там распят? У этого человека был явно плохой день. Демон фолловер. Что или нет? Подписчик демона? Как-то так? Что за странное сочетание? Ничего. Сюда нужна монетка для того, чтобы запустить мелодию. Все, вырубили. Слишком долго говорит. Может, у нас и ключ есть? Ой, ты что делаешь-то? Шоколадные ключи, смотрите. Break the lock. Сломанный ключ. Наконец-то мы нашли бар. Ах ты, вот та самая стена-то хлипкая. Липкая стена. Картофель или чипсы. Тут есть что покушать. Радио. Dream Supply. Ой. И получили Бенди байцы. Что у нас там есть? Все, монеток нет. Ладно, потратили деньги. Все, которые нашел. Батарейка Генспарт. Она сразу, видите, ест. Это не обязательно, конечно, делать-то. За мной сейчас никто не гонится. Комната, стиральная машина. Так как в Бенди текстуры желто-черные, то мы с вами легко можем пропустить важный объект. Гостиная для сотрудников справа и отдел анимации слева. Нам нужен, скорее всего, отдел анимации. Спрятаться не нужно. Чернильные машины. Так интересно. Ты закрыта, конечно. Tickets ready. Пожалуйста, билетики. Я сломал ключ. Теперь нам сюда не попасть. Но у нас же еще были ключи. Есть. Нашли комнатку. Бенди, привет. И куча монеток. Съели. Монет-то очень много. Search. Искать. Нашли батарею. Генс Парц. Пока непонятно, для чего они нужны. Инструменты. Здесь же крафта нет в игре. Офисные шкафчики. Пожалуйста, подойди ко мне. Перископ, как будто бы. Кто там с нами говорит? Элис с нами говорит, ура. Тебе нужно это сломать. Так, сейчас нас сломают здесь. Там что-то произошло. Найди генпайп. Что, трубу? Найти трубу сейчас. Ах ты, это для защиты. Генпайп. Помните, мы ходили с ключом гаечным, с надписью гент. Что, ты кто? И что, и что, и что дальше? А, то есть нам нужно прям бежать в определенное место. Йоу, иди сюда. Закрыто.
И что, мы от тебя убежали просто? Чтобы запустить сцену. О, нет. А, генпайп прямо в груди. Разбегайся. Открыто. Restore power. Atrium supply. Восстановите питание. А у нас же есть с вами батарейки. Прятаться не от кого. Ну-ка еще раз. Задание будет здесь написано. Ой, выходить точно не надо сейчас. Нам нужно восстановить питание. Какие двери открыты? У нас есть шкала жизни. Она сверху расположена. Ой. Кто-то ломится, смотрите. Сейчас решетку он и выломает. Вот этот персонаж. А вот это уже важно прочитать. Лучший способ избежать проблемы – это не попадаться на глаза. Внимание, следите за врагами, чтобы вы могли пройти безопасно. Если кто-то вас обнаружит, найдите место, чтобы спрятаться или быстро уйдите. Хорошо. Да мы можем просто убежать. Прыгать. Да просто побежали. Йоу-йоу-йоу-йоу. Тут круговое движение есть, хорошо. И побежали. Нам как раз таки сюда и нужно. И закрываемся, нельзя. Садись, быстрее, садись. Так вы сделали, конечно, Си. Это странно. Атриум Суплай. Найдите предохранитель. И ничего и не здесь? Может, он у меня уже есть? Да, вот смотрите, я вот, допустим, бегу. Я не могу сесть на ходу. Потому что вы как-то странно включили кнопку. Ой. Он там все крушит. Как мистер Мид. Ну-ка, если еще раз прозамедействовать. Что там было? Предохранитель в соседней комнате. Как нам к тебе попасть-то? А, уже открывается, конечно. Даже не здесь. Подождите-ка. Как нам добыть предохранитель? Это следующее место, до которого нужно просто добежать. Останавливаемся. Но пока все получается. И быстрее, быстрее, быстрее. Закрыто, жесть. Все, меня сейчас убьют. Закрыто оказалось. Ну-ка, спрятаться прямо при нем. А, и все, куда-то убежал. И теперь нужно в этом хаосе желто-черным найти предохранитель. Это будет маленькая лампочка, можно сказать. Касса, можем ее взломать. Музыку включаем. Ах ты, вот как. То есть я бежал в сцену. Или музыку не нужно было включать. Садимся пока что. А, да мы тебя можем просто вызвать. Иди ко мне. Или нет? Или смысла нет? Ждем чернильного человека, чтобы он пошел и перенастроил радио. Йоу. Да ты не сможешь меня увидеть. Куда ты, куда ты, куда ты? Да, нам как-то нужно по-тихому уйти. Да просто не встаем, а идем на корточках. Пока что так. А, уже перенастроил. Теперь просто идем. Просто идем. И здесь спокойно должны достать, да? А, да-да-да. Мы можем достать только, если на нас никто не нападает. Верните предохранитель на место. Сейчас, похоже, будем толкаться здесь. Ой, не могу, не могу. Убегай. Он меня зажал в тесном месте, смотрите. Выпрыгивай. Тесное место было, йоу. Осталось-то немножко жизни. Восстанавливаемся. Они поймать-то не могут, залезаем. Они сразу убегают. Он, видите, возвращается к себе. Все, я тоже выхожу сразу же.
Пока что восстанавливаем жизнь. Я зря все ел и ел. По ходу движения-то. Да, конечно. О, кстати, шкафчик был сразу. А, можно выглянуть, смотрите. Вот для чего это нужно. И нас никто не заметит. Еще раз. Отлично. И сейчас просто на приседе выйдем. Супер вообще. Не замечать, не замечать, не смотреть. Не паримся теперь. И просто проходим. Да, ну жизнь уже на исходе. Ладно, хоть что-то успел сделать. Сохраните нас. Автосейв. Генза генпайп. Подберите трубу. И где же тебя брать? Не здесь. Я открыл какую-то дверь. Батарейку нашел. Да не только батарейку, смотрите, сколько всего. Тогда ходим на приседе. Ну-ка, пройти можно? Нельзя. Это у нас будет последнее задание на сегодня. Подобрать трубу из тела того существа. Мы где-то недалеко открыли дверь. Нас не видно, потому что мы соблюдаем технику безопасности при игре. Ничего себе, жестко. Наверное, так даже не задумывалось. Слишком тонкое место. О, открыто. А закрыть тоже можно, чтобы не попадаться на глаза. Для атмосферы взяли. Генпарты. Все так приятно стало. Над игрой очень серьезно постарались. Восполнили здоровье до самого конца. Генпартс. Ой-ой-ой, закрыто. Все, с нами говорили сразу двое. Закрыто. И где же труба-то торчала? Зашли, смотрите-ка. Подбираем какие-то части, пока непонятно для чего. Еду теперь совершенно не буду есть. И это, конечно же, не Борис. Вот, тот самый гаечный ключ Гент. А, это труба у нас, смотрите. Многопользовательское оружие. Эта труба имеет множество полезных функций и модернизаций. Если вы найдете правильные части и схемы, используйте его для атаки врагов и разрушения объектов. Давайте на поднятие оружия видео закончим. С вами был Топси. Всем пока.